Дальше из канистры я вырезаю шайбочки. Сначала пятачки, потом шайбочки. Две шайбочки у меня пошли сюда, чтобы держать ось, которая в середине стоит колеса. Но основное, куда пошли две шайбочки, это из них я сделал вот здесь вот сальнички. Понимаете, да? Потому что здесь есть люфт, и этот люфт нужно было заполнить. Вот не что иное, как пластмассовый канистр очень хорошо подходит, как сальник.